Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Наверное, уже каждый в курсе, что в симуляторе Автомобиля 2 в новом обновлении появится машина Honda Acura NSX, собственно говоря, 90-х годов. Ребята, вашему вниманию представляю тачку Acura NSX 21 года за 15 миллионов. В прошлом ролике я жалел деньги на квартиру в Москву-Сити, и сейчас я купил вот такую вот тачку за 15 лямов. На самом деле, это действительно пушечная машина, и перед тем, как начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Бомбическая тачка имеет бомбический вид, потому что это реально просто суперкар, дорогие друзья. Это спорткар. Я не знаю, с места эта машина двигается просто сразу летит. Просто сразу летит. Она не прокачана, она на первом стейдже. То есть только что купил с автосалона за 15 лямов. Денег осталось, вообще не осталось. То есть максимум на покрасочку. Давайте в первую очередь взглянем на... Оу, как пацанчик залетает в поворот. Если, конечно, он бы в меня врезался, он бы очень много денег оставил бы на ремонт. Ребята, посмотрите. Йоу, какой салон! Он очень похож на Hyundai Solaris, но на самом деле тачка, ребят, за 15 лямов, а внутри выглядит как Солярис, ё-моё. Но видок, оу, видок, это вот просто что-то с чем-то. Давайте попробуем на ней тронуться, и она, ребят, она сразу с места. Нам надо найти заправку, потому что у нас 10 литров, я думаю, что она очень кушает бензин. Поэтому нужно сразу поехать на заправку, вот прям срочно. Поэтому нам нужно куда ехать, я так не понимаю пока что, куда нам именно. Но, ребята, ладно, там уже разберемся на месте. И йоу, как же она летит, она просто вот за секунду, она вырывается вперед. Посмотрите, что за тачка, посмотрите, как она летит. Это первый стейдж, ребята, заметьте, это первый стейдж. И посмотрите, что она творит, это просто суперская тачка. Я не знаю, ни один коп, наверное, за мной не погонится, потому что это без смысленно со мной тягаться, она максимально быстро, и как же она летит. Я даже переживаю ехать вот так через железнодорожное полотно, потому что если я подлечу, то будет просто не особо круто. Так, давайте быстренько заправимся, потому что бензина реально мало, и как раз посмотрим, сколько в нее вмещается бензина. О, какие тормоза тут резкие, блин, все очень круто, и мне действительно тачка нравится, и, по-моему, это стоящая покупка за 15 лямов. Поэтому, дорогие друзья, пока я буду заправлять эту Honda ISX, а, собственно говоря, Acura, я хотел бы спросить у вас кое-что интересное. Почему вы до сих пор не играете в МТА Провинцию онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. В ней очень много крутых тачек. И самый плюс то, что русская карта. Это та же GTA, только с русскими городами. Я уверен, что каждый из вас хотя бы раз в жизни мечтал, собственно говоря, поиграть в такую игру со своим городом. И это именно она. Поэтому обязательно переходи по ссылочке в описании. Заходи на 7-й сервак, где играю я, и подключайся, начинай играть. И, возможно, именно тебе я подарю эту Honda Acura NSX, потому что эта тачка реально очень крутая и стоит своих денег. 15 лямов, дорогие друзья, заметьте, 15 лямов. У нее полный бак, 69 литров, и, блин, это круто. Посмотрите, какой у нее разгон мощный, она сразу летит. Мне интересно доехать до Невского в свой автосервис, где я у пацанов всегда тачки делаю, и посмотреть, сколько это будет стоить вообще тачку модифицировать, там сделать, ну, полный фарш, как понимаете. Так, давайте развернемся и поехать. Хотя мы уже, собственно говоря, в Приволжске, давайте посмотрим. Посмотрим, сколько там будет, где у них там покрасочная ближайшая, и посмотрим, что вообще, как мутится. Поэтому, ребята, обязательно переходите по ссылочке, и я буду очень рад, если каждый из вас поиграть вместе со мной. А также, если вы захотите сразу тоже себе купить такую тачку сами, там, заработать деньги, на самом деле это делается изи. Когда заходите в игру, вам нужно всего лишь-то написать на клавиатуре, нажать просто на клавиатуре буковку М английскую, и у вас откроется реферальная система. Вот тут, ребят, открывайте реферальную систему и вводите мой промокод LICHITOP. Вот этот промокод вводите вот сюда, и вы с легкостью получите действительно крутой бонус. Ну, а мы погнали. Кстати, вот мы уже сколько едем, у меня до
до сих пор 69 литров, вообще никакого расхода нету. Я думал, что она намного больше будет есть бензина, но, ребят, посмотрите, как она летит. Это стейдж первый, я вот напоминаю. То есть, если мы еще поставим... Я не знаю, сколько будет стоить другой стейдж. Вот сейчас мы доедем до какого-нибудь тюнинг-центра, ребят, даже карта не успевает прогружаться, а машина летит. Я не привык кататься на таких быстрых тачках, я сейчас автобус обгоню по-любому, еще что-то обгоню, и там даже полицейских обгоню. Опа, чуть-чуть бы сейчас полетели, так вот там ребята полицейские, кстати, крутые пацанчики. Ну-ка, посмотрим, они поедут ли за нами, хотя им смысла нет за мной ехать вообще, потому что они не догонят и даже вообще потеряются, я уверен, на фоне меня, потому что тачка бомбическая, быстрая, и у нее очень резкие тормоза. Да, дадим вообще до меня тягаться, смысла нет. Ну-ка, в поворот она будет отличненько заходить. Так, опа, да, ребята, это просто жесть, я в шоке. На максимальной скорости мы можем входить в повороты и, в принципе, ездить уверенно. Если ты умеешь кататься, то все будет, в принципе, круто. Поэтому, ну, в любом случае, нужно ездить аккуратно, потому что скорость тут бешеная, просто максимально жесткая, и нужно быть реально аккуратным. Тем более, тут есть вот такие вот дороги, которые, блин, похожи непонятно на что, ну, прям реально как симулятор настоящей России, как бы, ребят, тут без обид, не обижайтесь на Россию. Поэтому давайте вот так заезжаем в какой-то местный порт. Тут у них находится тюнинг-центр. Не люблю особо Приволжск, потому что он какой-то более старенький, старомодный. Мне нравится город Невский, где я, собственно говоря, и проживаю. Вы можете там же покупать себе квартиру и жить рядом со мной. Вот, давайте заезжаем сюда в автомастерскую. Посмотрим вообще, сколько стоит прокачать ее. Так, пакет тюнинга первый стоит 1,5 миллиона, ребят. 1,5 ляма стоит. У меня даже денег таких не хватает. Я не представляю, сколько стоит второй стейдж и третий. Безумно хочу узнать. Но, ребят, это очень дорого. Если соберется много лайков на этом видосе, я буду зарабатывать деньги и втапливать в эту тачку. Потому что все зависит только от вас. Это действительно крутая тачка. И, возможно, она достанется кому-то из вас. Поэтому, ребята, если вы играете со мной на МТА провинции, пишите мне во ВКонтакте свой ник. И среди, собственно говоря, подписчиков я разыграю эту машину прямо на видосе или на стриме, как уже там пойдет дело. Все зависит от ваших лайков. Поэтому, ребята, это я считаю круто. Можно, кстати, ее занизить, но я считаю, что этой тачке ничего делать не нужно. Покраску даже тоже я считаю, что не нужно делать. Единственное, что я так понимаю, можно молдинги поставить в любой цвет, который я захочу. Можно, кстати, сделать золотыми. Это будет стоить 250 тысяч, а можно оставить белыми, стандартными. В принципе, разницы особой нету. Тонировать тоже эту тачку нет смысла. Как по мне, она должна оставаться заводской. Единственное, что я сделаю вот такой вот салон. Это будет смотреться намного круче, если салон будет желтый. Вот прям этой тачке идет желтый цвет. Без, собственно говоря, разговоров это подходит. Все, тут вкладывать деньги смысла нет, только если в тюнинг. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите свои крутые комментарии. Кодовое слово в этом ролике пускай будет Honda. Все, кто напишет слово Honda, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр и всем до скорых встреч. Жду вас на 7-м сервере в МТА провинция. Йоу!